Как в Windows прописать SSH key, я вам сейчас покажу. Итак, мы на Windows. Чтобы сгенерировать SSH key, нам нужна программка. В принципе, программку можно использовать разную, там, Putty, там, MobXterm. Но так как мы установили Git уже сюда, здесь установился Git Bash такой на Windows. Все такое мелкое, я сейчас пытаюсь этого увеличить. Нажимаете Start, Git, выдают, видите, вам всякое разное, вот Git Bash. Сейчас мы это дело увеличим. Так, и вводим команду SSH keygen. Вот видите, где он будет сохранен, он сразу сохраняет там, где надо. C users, ваш имя, ваш имя пользователя, я сейчас администратор, .ssh folder он создает, и создает, это как его, этот файлик, id rsa, enter, не надо никакой, это как его, пароль, enter, все, он создал, можно даже пойти посмотреть, что он там создал. Компьютер, диск C, users, администратор, .ssh. Видите, создал private и public key. Private не трогаем, а public нам нужно открыть with notepad какой-нибудь. Notepad, где notepad? Вот notepad. Просто копируем все, что здесь есть. Вот. Просто копируем все, что здесь есть. Это нафиг все можно позакрывать. Это тоже можно закрыть. Все это копируем и идем в наш GitHub settings SSH NPGP case и добавляем, видите, наш ключик этот из Linux, добавляем сюда еще один ключик, назовем его my key from Windows и copy paste add key. Вот мы его сюда добавили. Супер. Давайте испытаем и проверим, как это все клево работает. Давайте откроем командную строчку. Пойдем-ка мы на десктоп-то, создадим, не будем создавать директорию, сразу делаем git clone и клонируем наш репозиторий через протокол git, через протокол SSH, то есть вот это копируем, не HTTPS, чтобы пароли и юзернейм вводить, а вот это, copy-paste, то есть в смысле copy просто, git clone. Ну, блин. Вот. Сейчас на моем десктопе здесь появится директория My Super Project. Видите, он аутентикацию проходит. Yes. И вот она появилась. My Super Project со всеми файлами внутри. Давайте создадим здесь пару файлов еще. Создать. Можно директорию создать даже. Так и назовем New Folder. И внутри директории мы создадим файлик. Еще один файлик. Вот мы три файлика создали. И здесь давайте создадим файлик номер 4. Да, это файлик номер 4. Вот, я понасоздал кучу файлов. Извините, что все такое маленькое, здесь побольше. Вот, теперь смотрите, git status. Ой, надо зайти в этот, как в мой dir делаем. My super project. И делаем git status. Что он увидит? Он увидит, у нас новая директория появилась, new folder. И появился файл 4, блин, хреново все видно. Короче, делаем git add все это дело, делаем git commit с месседжем added from Windows. Она добавлял, и теперь git push origin. Видите, я не спрашивал ни пароли, ничего. Все добавлено. Если мы перейдем сейчас сюда, нажмем здесь refresh, вы видите, появилась директория added from Windows. И четвертый файл в директории, 2-3 файлика. Круто. И если я пойду посмотреть мои ключики, видите, что этот в последний раз был использован. Вот эти зелененькие. Last time used, бла-бла-бла. Все, вот так вот добавляются ключики, и так они используются в Linux и в Windows.